Временно исполняющим обязанности главы города Чебоксары будет Евгений Кадышев. Такое решение сегодня на внеочередном заседании приняли депутаты городского собрания депутатов. Напомню, 22 августа ушел из жизни глава города Чебоксары Олег Картунов. В соответствии с уставом городского собрания, 5-дневный срок депутатам необходимо было избрать временно исполняющего обязанности главы. Как правило, на эту должность предлагают одного из заместителей мэра. К тому же Евгений Кадышев уже имеет подобный опыт. В течение 3 лет с 2017 по 2020 годы он уже возглавлял городское собрание депутатов. В итоге его кандидатуру поддержали практически единогласно. Буду работать добросовестно, чтобы городское собрание работало по своему утвержденному нами с вами плану. Это техническая функция, работа, которую надо выполнить кому-то. Я буду ее выполнять. Спасибо за доверие.